Всем привет, подписчики! Вы что-то слишком быстро набирая 150 тысяч лайков, поэтому сейчас я буду снимать обзор, как скрафтить каменную лопату. Для начала нам нужно выбраться из этой ямы. Так что смотри, тут мне лопата даже в этом сейчас поможет, потому что с помощью нее очень быстро все добывается. Так, ну, для начала-то нам нужно добыть камень. А камень нам нужно как добыть? Правильно, с помощью деревянной кирки, обзор на которую я уже снимал. Теперь нужно найти камень. Вот я вон там вижу камень. Я думаю, нам должно его хватить, чтобы сделать лопату. Так, давайте его добудем, пойдем. Так, вот он. Так. Ну, думаю, нам одной штуки будет мало, нам же нужно будет еще потом железо добывать, подписчики, в следующем видео. Давайте еще добудем чуть-чуть, штуки 3. Так. А еще я там уголь видел, подписчики, давайте уголь еще добудем, чтобы, так сказать, у нас было чем плавить железо потом в дальнейшем. Так, идемте быстрее к верстаку, чтобы скрафтить лопату каменную. Так, нам нужно сделать палки, поставить их вот так вот и поставить камень вверху саму. И вот, подписчики, теперь у нас есть каменная лопата, чтобы мы могли быстрее добывать снег. Смотрите, видите, как она добывает быстро? А вот как деревянная. Вообще медленно как-то. Теперь смотрите у меня, сколько снежков я сколько могу кидать. Так, ну, в принципе, я каменную лопату сделал. Теперь, чтобы сделать железную, вам нужно набрать, подписчики, 200 тысяч лайков. Если вы их набираете, я сразу же выкладываю видос без очередей, без задержек. Сразу же выкладываю. Так что ваша задача набрать 200 тысяч лайков, подписчики, и железная лопата будет сделана. Всем пока!